думаю, с третьей попытки получится записать. Так, ну вот тут у меня зарядка для телефона. От нее все у меня питается в данный момент. Вот переменный резистор для экрана. Экран работает, блок питания у меня сгорел. Преобразователь импульсов от катушки зажигания. Тут все вот такие у меня проводя тут. От коммутатора идет этот провод. Что-то экран слишком часто обновляется. Я не успеваю смотреть за цифрами. Ну, по крайней мере, на маленьких оборотах он показывает правду.